Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Спонсор сегодняшнего видео – Денис Кузьмин. Он заработал в интернете не одну тысячу долларов и теперь пришел на YouTube передать свой опыт всем желающим. Денис рассказывает об удивительных тайнах интернета, палит фишки легкому заработку в сети и раскрывает тайны заработка известных людей. Проверено мною лично, рекомендую. Подписывайтесь на канал Дениса по ссылке в описании, я подписался. Дорогие друзья, всем привет! Ух ты, мать моя женщина, отец мой мужчина, как меня залагало. Вот, ребята, у нас сегодня проходит золотая битва. Со мной сегодня будут играть это Хоик, поздоровайся. Всем здорово. Это Леопардер, поздоровайся. Ага, привет, спасибо. Вот, и это Спектра. Не знаю, он подошел или нет сейчас, но... Всем привет. А, вот, подошел, да. Вот, ребят. Красавчик. Вот, ребята, и как обычно, сегодня нас голдами этой просто веселой битвы обеспечивает Спектра. Можешь, в принципе, сбрасывать голдик, наверное, первый. Что, должен сейчас там уничтожиться? Да, да. А, вот, и получается, ребятушки, ну, как обычно, короче, ссылка на его канал есть в описании, так что, если хотите, можете переходить, подписываться, все там, все дела крутые. Вот, я, короче, сейчас на центре. О, да, все. Голдик уже поехал, пошел, ребята, и мы сейчас его просто будем искать. Я пока не вижу. Ой, доширак у нас тут. На самом верху нет. Мне кажется, он везет. Я в дырку провалился, мать моя женщина, отец мой мужчина. Бегу. Я в дырку провалился. Фиг. Где голд? Внизу будет? Фиг знает. Ты нашел внизу? Лево? Нашел вверху. Ёпарэ бабай. А какого хера я вниз-то спустился? Пацаны, это мой. Это печально. Меня! Украина рулит у нас взяла. Так, нашел Хоик. Да, ты рад? Очень. Ой, спасибо. Ой, да, ребята, короче, опять же, сегодня будем... Я, кстати, не понимаю, зачем у нас ребятулечка самоуничтожается. Ну, в любом случае, сейчас у нас Спектр подойдет. У него что-то там такое случилось. И закинет еще один голдиточек. Так, ладно. Чего тебе? Я понимаю, что подъехал, он лежал, получается, и мне просто бокс-трифлик, где я упал. Нормально. А, извините, дорогие друзья. Да, да, можешь уже скидывать голдицочек. Так, а что, где у нас будет голд? Ребят, может, на низ проверим? Сейчас проверим. Я вниз там немножечко проехал, нет ничего. Проверим вниз, что? Да какой... Ой, я просто рак. Я 5 минус лечу. Где вообще голд? Внизу или вверху? Походу внизу. Вниз, вниз. Он уже нашел, да? Не бей, вон там. Ну почему у меня наверху респит? Это жесть, ребята, это просто жесть. Где, где чей флаг? Где флаг? А не знаю, какой-то. Где мы тут, он красненький, синий. Вот он! А, что за херня? Вы какого фига? Вы мраки, мы думали, он упадет. Вы такие раки в натуре. Сука, я на этом сраном хантере ничего не могу сделать. Это просто такой забей. Это по натуре, это просто забей. Ой, ребята, жесть. Так, ладно, злобный карлик у нас опять сбросил золотой ящик, это точнее, ребята, Спектра. И давайте, в яму сейчас, смотрите. Я внизу, все тут. Где у нас голод внизу? Все, я здесь. Так, Лео нашел? Самый верх, самый-самый верх. Самая верхняя башня. Самая верхняя точка? Да, да. Хорошо, да. Хорошо, хорошо. Так, ребята. Ой-ой-ой-ой, самоуничтожаемся. Пожалуйста, респ. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Респи побыстрее, респи побыстрее, какашка. Ребята, я сейчас могу, в принципе, успеть? Нет, я уже не успею. Да, потому что он уже летит. Он уже летит тупо. И кто его отжимает? Экстримастер. Диктатор взял? Да. Ой, такой бред просто. Так, еще 7 голдов на кону, конечно же, стоит. Да. Скину голдик. Так. Еще 7 голдов. Так, ладно, ребята, пока, в принципе, поразносим, всех поразносим. Вот, потому что килочки нам тоже нужно делать, и это все дело тоже очень... Не, у меня, кстати, нормальный килов. Я на первом месте еще, мать моя женщина.
4 это нормально? Да. Четыре для ДМ-битвы это нормально. Не, не лагай, пожалуйста, только не лагай. Ой, да, ребят, я прям внизу стою, прям внизу, там, около центра. Окей. Да, да, да. Фулка, включаем и поехали. Ну, я по-любому сейчас опять не успею. А где возле центра? Леопард, ты в какой красе? Я где дроп-зона аптеки. Короче, надо прыгать. Хорошечно. Да, блядь, то не лагайте все. Все, изи, на всех залез. Да, блядь, не пиздите. Эх, думал бы, за... вообще без мата. Да. Ё-моё! Лепардер, козёл! Просто спрыгнул, охереть. Козёл, лепардер. Я тоже так... Так, и переходим в следующем году. Я так же, понял, хотел замутить? То есть я так же хотел, я сверху, я там стоял сверху, это просто жесть. Это просто... А ты где спектр был? Где, внизу по-любому опять? Вот да, вообще по-любому. Имень, брат, стой, там, там внизу. Мне еще 5 голдов. Там где высокая вышка одна какая-то. Самая? В смысле? Высокая? Да-да-да, вот там Хорн-то гром. Спектр за мной, видишь? Спектр, тут. Я да где вы? Слева, Леопард, ты вот в какой там, краске? Я в краске Ягуар. Вот. Короче, это внизу или вверху? Он появится сейчас. Внизу, внизу, внизу сейчас появится. Блин, убьют меня. Бляха, муха, ну чё? Он будет лететь. Да ё-моё, он появился! Суки меня столкнули, падлы такие, сволочи, мать его. Мазафакеры ссаные, я сейчас вас всех просто рот сделаю, козлы поганые. Сука. Ой, жесть. Вот я тебе просто спектр отвечаю. Вот как ты меня не позовешь на вот эту хероту, у меня так жопа горит просто на это все дело. Давай. В натуре так жестко прям. Ну доширак, уйди. Уйди, дошик. Я хотел я сразу потом внизу чекать. А я наверху прочекаю. Как раз в течение 6 минут можно будет бросать. На тебе. Эй, а шо? Так. Злобный карлик у нас бросил. Я внизу, ребят. Внизу, внизу? Самом? Да. О, жесть, это просто жесть. А где там? Он будет там появляться или нет? В яму прыгнул, сука. Прям ювелир. Ой, пиздец. Он будет появляться. Да там сейчас, он появится, скорее всего. Да. Не то, что появится. А где он? А, все, понял. Фиг узнает, там все толпятся. Я не успею. Я вообще на самом верху! Появился? Да. Да бля! Он тупо появился тут. Это просто жесть. Не, ну ребята, по-любому. Блядь, я не знаю, что я на Хантере. Я почему-то думал, то, что он, ну, как бы... Посредний между... Да, викингом. По вышине, как бы, он выше викинга, выше вроде бы титана, но ниже диктатора. Ну да. Это как бы второй корпус по вышине. А по скорости, да, он такой же вроде как Хорнет. Это довольно-таки неплохо. Еще один сейчас уже, да? Да, кстати, фоник растет. И 5 минут. А сколько там голдов еще осталось? 6 минут. А, 4 голдца. Ух ты, ё-моё. Надо, кстати, сейчас каждую минуту, я не знаю, голды сбрасывать. Потому что... Всё, потому что... Потому что... Так, где? Помните, когда он там появился в первый раз? Ага. Флаг. Окей. Да, ну около флага там все фигня. Я стою, говорю, с чуваком тут бодаюсь. Ну какая меня, сука, просто. Столкните меня кто-нибудь, я валяюсь там внизу. Да, если кто-то есть внизу. Пожалуйста, рез, внизу, пожалуйста. Только рез, рез. Ну, столкните меня, пожалуйста. Давид, просто тебе огромнейшее спасибо. Он меня пытался убить, но мне не удалось. А, сука, взял, пидор. Он опять. Ох, а, хорош, Давид. А, жесть. У меня какой-то это... А летухи делай, сбрасывай гол... Да ё-моё! Вообще, ой, ребят. Прям дикитатора, видите? Дикитатор? Ну где, внизу, вверху? Дикитатор наверху. Всё, туда пойдём. Где, самый верх? Да, короче, середина между верхом. Короче, я не знаю, где тут часто... Короче, вверху, скажи, боже мой, ну, да, боже мой. Сука, пидор, набьёт какой-то. А, говно. О, убили, мудаки. Ну, пизда. Ну вот я не знаю. Да не знаю! Меня это бесит. Боже мой. Да, я туда хера в зло успею. Ладно, меня. Прям. Это тупо бред. Я, ребят, не знаю, что с этой картой не так. Это в натуре это просто жесть. Все, давайте, у меня еще остался один голдец, и всем это просто жесть. Ну где этот странный гол будет?
Да, нанизу. Бля, я думал вообще голд будет всегда интереснее, никогда будет не скучать. Ва, фигня уже, мне уже как-то скучно с голдами. Давайте поднимем. Зачем стоит? Ну ты ну бассаный, сука! Стоп, 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 смотрите справа, сам уничтожился. Где он внизу? Где голд? Внизу? Внизу я же говорю. Пидорас, блять, какой ты. Ой, блядь, еба. Вы бы видите, блять, я куда приз. Ой, это бред просто, карты такого уебищные. Да корпус видишь, вдруг. Я лечу вниз и я самоуничтожаюсь, сука. Надо стрелять, когда. Это тупо бред, это тупо бред. Так, шо, все голды кончились? Бомбить можно уже переставать? Один остался, подожди, я на сановый рикошет переоделся, потому что с этой сраной, да, здесь переделка включена, я просто со сраной этой смоки, когда еду и хочу еще один выстрел делать, я какого-то хера самоуничтожаюсь. Это просто жесть. Еще какие-то меня гомики начинают стрелять, что меня тоже довольно-таки бесит. Именно когда я лечу, начинают меня стрелять. Последний голдец, дорогие друзья, и... Да, да. И последний голдец, где он будет-то? Где-то, где-то. Где-то там он будет. А, знаете, что делать? На кнопку 6 не нажимать. Голд я не знаю, где. Где? Так, по-моему, вверх. По-моему, вверх. Да-да-да, вверх, вверх, самый вверх. Самый вверх? Да-да-да, тупо. Хорошечно, ребята. Сейчас просто сам шаж. Я еще, конечно же, лечу 200 лет. Ой. Да, блядь, обосрали нахер этот верх сраный, да не без масса, да. Вот, вот и как мне отсюда на самый верх заехать? Да, партнер, мир, конечно. Как мне как отсюда ты заехать? Дебил какой-то бьет меня. Я подсадка? Это тупо бред. Ну кто меня там да, переданул? Да, блядь, он с политуха дядя Вася убил меня. Сука. Ну хочу. Да-да-да, давай, давай, блядь, я мог. Пидор диктатор, сука, чтоб вот он сдох. Я не знаю просто, что это, ребята, было такое, но больше на безумие точно не нужно такую хероту устраивать. Я тупо ни одного голда не поймал. Я еще с пушкой, мало того, что не угадал, я не знаю, я где-то голда 4 просрал, знаете из-за чего? Я ехал, делал один выстрел, мне нужен был еще один выстрел, но, как моя пушка кдшилась перед самым полом, я стреляю, и сраная античист-система меня самоуничтожает. Спасибо вам, разработчики, большое, что вы, падлы, у нас, я не знаю, что у вас понос был, конечно, все в этом духе. Спасибо, да, ребята, для блокирования аккаунта не за что. Ой, тупо, это такая жесть, ребята, я не знаю, меня очень сильно бомбит, если вам, в принципе, нравится такой видос, такая карта, вот эта золотая дуэль, когда вот я именно не могу взять, почему вот я до этого как бы не шибко записываю за ЛПшки, во-первых, потому что голды у нас очень редко падают, но с, так сказать, с обновлением можно скидывать эти голды, но еще такая немаловажная причина того, то что у меня просто начнет очень жестко гореть жопа на это все. Я сейчас не стрелял, прыгал, просто уничтожился. Я тебе говорю, ой, хитрый татарин, полтос от меня, ты что, гонишь, что ли, друже? Кто ж так одевается-то? С полтос от рикошета, это вообще же не очень сильно круто. Че, давайте всем пока, дорогие друзья. Да, сейчас у нас битвка закончится, и так сказать, попрощаемся. Кстати, я не думал, что здесь кто-то возьмет на диктаторе голд, но здесь на диктаторе чувак у нас просто два вроде голда, да, джал? Я его пригласил, конечно же, он, бля, не пригласил. Это просто охереть. Прикольно. Не, вот эта карта, знаешь, исключительно для чего подходит, чтоб чисто вот где-то... О, кстати, УП у всех просто охерительное. Кстати, у доширака одного нерка, у остальных всех просто 0-0-0. 2 килла там, 2 системы уничтожений. Это просто жестко. В общем-то, ребята, короче, если вам понравился данный выпуск золотой битвы, то, конечно, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Спектры, который как раз-таки и организовал все это веселье. Ну, с вами был Вайдер, Ховик, Спектра и Леопардер. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Вот, ребят, всем пока-пока.